Всем привет! Наверняка каждый из вас ведет свою страничку в Инстаграме, подписан на каких-либо блогеров или же смотрит видосики на Ютубчике. И наверняка вы не раз замечали, что какой-либо блогер, практически все, что-то дорекламируют, какой-то продукт. Скорее всего, вам иногда становится интересно, что же это, вы начинаете изучать, гуглить, а возможно даже и покупаете тот товар, который вам прорекламировали. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы поговорим на такую тему, как доверие к блогерам. Доверие пользователей к блогерам заметно снижается как в странах СНГ, так и во всем мире. По данным медиа-агентства UM, в 2017 году инфлюенсерам доверяло около 44% пользователей, а в 2019 году этот показатель заметно снизился и составил уже 42%. В России уровень доверия к блогерам среди 16-19-летних аудитории все так же остался на том же уровне. Исследователи считают, что это связано с тем, что в отличие от более взрослой аудитории, которая привыкла доверять традиционно проверенной информации в СМИ, 16-19-летние подростки считают, что наиболее правдивая информация – это именно та, которую они получили именно от блогеров или же в соцсетях в процессе своего поиска. Эксперты полагают, что снижение доверия именно среди российской аудитории связано конкретно с перенасыщением данного рынка. Тренд на снижение аудитории относится в первую очередь к очень крупным блогерам. Реклама у таких инфлюенсеров стоит, как правило, очень дорого, а вложения совсем не всегда окупаются. В то же время так называемые нано- и микроблогеры, то есть аудитории до 50 тысяч человек, пока что еще сохраняют к себе доверие. Также заметно стало снижение интереса в Инстаграм к постам от бренда. Снижение стало заметным в ноябре 2018 года, когда Инстаграм объявил о новых усилиях по удалению фальшивых аккаунтов. На основе данных более 7 миллионов публикаций в период с 2014 по 2019 год стало и заметно, что уровень вовлеченности снизился с 3% до 2%. Неудивительно, что уровень вовлеченности имеет тенденцию варьироваться в зависимости от количества подписчиков. При этом у тех аккаунтов, у которых наблюдается менее 5000 подписчиков, средний уровень вовлеченности остается заметно выше.